Сибирскую масленицу на Алтае включили в программу «Культурная универсиада 2019». Вселенного Трышкина выступят театральные, хореографические и вокальные коллективы страны. Организаторы надеются, что это позволит привлечь внимание к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет весной в Красноярске. Напомним, встречать Сибирскую масленицу в Новотрышкино будут 9 марта. В программе фестиваля народные забавы, катание на тройках, хороводы и сжигание масленичного чучела.